Серьезно пугает иркутян массовая гибель голубей. Десятки тушек птиц обнаружили в одном из районов города. Что могло погубить пернатых, болезнь или отравление? Ответы на эти вопросы сегодня искала Ольга Харнутова. Тушку за тушкой складывает дворник в синий пакет мертвых голубей. Вместе с мусором, который убирает каждое утро рядом. Мужчина собрал уже целый мешок пернатых, которые были разбросаны по всему парку в Свердловском районе Иркутска. Причем лежат птицы здесь еще со вчерашнего дня. Вчера где-то часа в 4, может быть, в 3 шла домой с дачи. И вот дети бегали, друг другу показывали, что очень много голубей погибших. А и стаи, как всегда, тут вот гуляют, они как сейчас не было. Но у нас их здесь кормят постоянно люди, но такого, чтобы их травили. Но они здесь исторически всегда у нас вот на этом, ну, на этой площади, их было очень много. Вот такие огромные стаи этих голубей сюда летали. Есть несколько предположений, от чего могли умереть голуби. По одной из них птица травили, по другой они умерли от орнитоза. Эта инфекция поражает нервную систему, легкие, а затем и остальные органы пернатых. К тому же болезнь передается людям воздушно-капельным путем. Местные жители сами недовольны таким количеством голубей, а управляющая компания настоятельно просит не прикармливать городских птиц. Но для детей это своеобразное развлечение – угостить с ладошки какого-нибудь крылатого. Как результат, здесь скамейки загажены, и присесть можно разве что только на краешке и очень осторожно. Чтобы выяснить, какой недуг погубил голубей, наша съемочная группа пригласила на место специалистов Россельхознадзора. Для этого мы попросили дворника оставить 3 тушки птиц, чтобы ветеринарный контроль взял их на экспертизу. В данное время можно предполагать и отравление, и какие-либо заболевания. Трупы будут направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для уточнения диагноза. То есть конкретно сейчас пока ничего сказать не можем. Это неделя не меньше займет. Стоит сказать, что остальные голуби в этом парке стали более пассивными. Некоторые еле передвигаются. И если их жизни тоже находятся под угрозой, то скоро в некогда птичьем парке от пернатых останутся только перья. Ольга Харнутова, Алексей Бондаренко. Новости по будням.